Вручение Нурсултана Назарбаеву премии «Глобальный лидер по исламским финансам» – это признание Казахстана и его ключевой роли в развитии мировой экономики. Такое вот мнение выразил Дэвид Робинсон, ведущий экономический эксперт, доктор PhD, профессор университета Дьюк в США. Он также читает лекции студентам в Назарбаев университете. Поздравив президента нашей республики с такой вот важной наградой, Робинсон отметил, что это заслуга не только главы государства, но и всех казахстанцев. Я хочу поздравить президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с премией. Это большая честь. Он всего лишь четвертый обладатель этой награды и присоединился к числу выдающихся людей, лауреатов премии из Малайзии и Пакистана. Премия «Глобальный лидер по исламским финансам» доказала, что Казахстан находится на ключевых позициях в мировом экономическом пространстве.